производство у вас налажено? По всем практически уголовным делам о наиболее резонансных преступлениях мы, когда не можем традиционными способами раскрыть, мы начинаем применять нетрадиционные. Значит, и как раз к таковым относится помощь, как вы сказали, экстрасенсов. Но они называются у нас по-другому, специалисты по прикладной психологии. Для этого мы обращаемся к нам в центральный аппарат в Москву, и наши коллеги как раз взаимодействуют с такими людьми. Спорный, конечно, метод, но должен сказать, что в моей практике как минимум один раз мнение вот такого человека, специалиста, совпало с общей картой.